Друзья, всем привет! Я думаю, что многие пользуются, значит, 4G, 3G, ну, телефонным интернетом, так называемым, да, если можно так его назвать. И сегодня я покажу о том, как определить покрытие в вашем, на карте, вообще в вашем районе, какой уровень сигнала и вообще ловит ли мобильный интернет и как там и так далее. Причем можно посмотреть по Билайну, по Теле2, по МТС. Для этого нам понадобится приложение SpeedTest. Открываем его. И здесь внизу, как видите, есть инструменты. Заходим в инструменты, и вот она, карта покрытия. Изучите покрытие мобильных операторов на вашем регионе и по всему миру. Нажимаем, и вот он. Вот, видите, вам показывают, естественно, можно увеличивать. Да? Видно, что вдоль дороги хороший сигнал. Дальше от дороги, допустим, вот здесь вообще нулевой сигнал. Да? Естественно, там, где город, ближе к городу, там... Опять же, хороший и в каких-то районах не очень. Вот здесь, скажем, видите, совсем еще от кольца, чуть-чуть отъехать, все, здесь уже покрытия почти нет. Причем это Билайн, выбираете Мегафон, как я обещал, выбираете МТС, выбираете Теле2. Вот есть даже Тинькофф. Ну-ка, давайте сейчас посмотрим. О, видите, Теле2 включил и вообще ушел на большую карту. А давайте Тинькофф действительно посмотрим. Так, Теле2, Alcatel, почему-то вообще сбилось. Вот, и сейчас все, Retail, что-то видно, я не на то нажал. Вот, и теперь почему-то определяется, а вот, возвращаемся, видите, он просто, мы ушли в мир, и он начал все мировые показывать операторов. Тинькофф. Ну и вот Тинькова, вот такое покрытие. Вот совсем Санкт-Петербург, Москва, в Новгороде вообще, в Великом Новгороде нет. Вот. Так что, друзья, надеюсь, вам было полезно. Обязательно пользуйтесь спид-тестом. Ну и помимо, конечно, можете определять скорость вашего интернета. Просто нажать на тест, да, в начале, начать и проверяйте скорость вашего мобильного интернета. Ну или просто интернета по Wi-Fi. Вот так все это происходит, пишет среднюю скорость по загрузке, по скачиванию, пишет ближайшие серверы здесь ниже. Видите, у меня сервер Телеком идет сигнал, а дальше это Гатчина, сервер Гатчина. Так что, друзья, надеюсь, вам видео было полезно, пользуйтесь, отличное приложение, спид-тест, новый дизайн, новая графика и так далее. Очень мне нравится, новая анимация, вот так вот. Так что, друзья, надеюсь, вам было полезно. Всего доброго. Всем пока. До свидания.